Всем привет, это Коля Стравинский из Наркомфин, я нахожусь в Мусторге, и это мой лайфхак. Даже если вы не используете ни одной педали, а просто включаете усилитель, не пренебрегайте использовать тюнер с функцией мьюта. Потому что после того, как вы на сцене закинетесь пару пива и между песней начинаете подстраивать гитару, это раздражает всех в зале и выглядит не очень.